Рая переезжает к Сан Санычу. Ушаков делает предложение Роднины. Она отказывает, потому что замужем. Арефьева снова навещает Рыкова в больнице. И вдвоем они спасают там мужчину с перитонитом. Бригада Ломагина получает вызов к умирающей собаке. Пса спасти не удается. Но зато врачи спасают жизнь человеку, которого хозяин собаки собирался застрелить. Рая звонит Кулыгину, просит навестить старушку Фиолетову. Рая просит Арефьеву развести их с Кулыгиным по разным бригадам, та отказывает. Бригада Ломагина приезжает к Фиолетовой, определяют у нее инфаркт, забирают в больницу. По дороге Кулыгин попадает в аварию, пока Рая с Кулыгиным ругаются и даже дерутся у машины, Фиолетова умирает. Арефьева забирает Рыкова из больницы.